Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Ральфа. Интересуемся, готов ли Ральф к диагностике, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Доверит. Хорошо, и я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Ральфа, под ногами, 360 градусов. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Ральфа, находит все. 4 канала у него. 3 канала, да? 4. 4 канала. Поехали. У него демон, инсектоид, дракон, синий и арахноид. И арахноид. Откуда арахноид взялся, я уже догадываюсь. Так, считай цифры над головой демона. 12. 12-герцовый демон. Синий дракон. Одна голова? Одна. Считай цифры над головой дракона. 3078. Дракон, меня удивляет твой уровень. 3078. Что ты делаешь в этом биополе? Энергиями подпитываюсь. Как долго ты находился в этом биополе? 5 лет. 5 лет. Демон, как долго ты находился в этом биополе? Год. 12 месяцев, он говорит. 1 год. Хорошо. Арахноид, как долго ты находился в этом биополе? 8 месяцев. Ты в квартире зашел? В доме. В доме. Мы там сейчас все закрыли, поэтому тебе возвращаться некуда будет. Вернешься тогда на свою чистоту. Тебе это понятно, да? Понятно. Хорошо. Инзиктоид, как долго ты находился в этом биополе? 3 года. 3 года. Я обращаюсь ко всем присутствующим. Кто был ответственный за то, что у Ральфа было состояние страха, что он потеряет все? Страх потери. Кто был ответственен за это? Кто ему эти мысли посылал? Никто не отвечает? Ну, подожди. Канал выстраивается еще один. Отлично. Хорошо выстраивается канал. А я не понял, сканер разве не закончился? Сканер закончился. Интересно. Фантом проявляется. Фантом. Кто-то убежал, да? Угу. Джин. Джин. И я даю команду на счет 3, выстраивая канал от этого фантома и притягиваю Джина в клетку-тюрьму. Где бы он ни находился, да будет так, а так и есть. Здесь. Так, Джин, ты решил со мной поиграться? Он покинул. Нет, ты не покинул. До тебя. До меня. Ты слишком долго ждал. Считай цифры над головой Джина. 3824. Как долго ты находился в этом биополе? Я тебе рекомендую отвечать мне правду. Если ты не хочешь, чтобы я тебя засунул в сосуд и бросил на дно морское. 6 лет. 6 лет, как быстро ты отвечаешь. Ты был ответственен за страх потери у Ральфа, что он все потеряет? Да, чтобы он дальше зарабатывал. И что тебе это давало? Денежки. Денежки. Чтобы заработать денежки, тебе надо, чтобы Ральф делал какую-то пустую работу. А ты эти энергии... Страх подгонял его. Страх его подгонял. То есть ты питался этим страхом. Я правильно понимаю? Все 6 лет. Он говорит, что я наслаждался образом жизни. Беззаботным. Ральф, человек очень долго работал, чтобы вести такой образ жизни. И он его вполне заслужил. Джин наслаждался им. Подгонял его, чтобы не потерять этот образ жизни. Хорошо. Какие условия контракта ты заключил с ним? Я же сейчас все вытащу, рассказываю. Богатство. Он получит богатство, а ты? А ты? Джин, попробуй меня хоть один раз обмануть. Я тебе покажу галактическое ядро изнутри. Я видел джинов намного выше тебя рангом. Некоторым я даже сжигал чалму и все их магические вещи. Говорит, что он тоже богатство получит и спокойствие. И все 6 лет ты его колбасил, да? Много он,
Много зарабатывать. Подгонял зарабатывать. Хорошо. Почему ты ушел из его биополя? Ушел, чтобы не нашли. Кто? Мы? Да. А откуда ты узнал, что мы будем чистить? Разговоры шли. Мы не посмотрим. Только разговоры, чистки шли. Чистки шли. В семье, да? Мы всех почистили там уже. Даже собачку почистили. Поэтому, в принципе... Я это уже не видел. Ты это не видел. Хорошо. Джин, я буду все сейчас проверять. Я обращаюсь ко всем присутствующим. Вы обнаружены. Сейчас происходит чистка Ральфа по его волеизлиянию. Мы здесь находимся законно. Вы незаконно. Сейчас начнется реверс энергии. Мы отдадим вам все темное, что вы дали Ральфу. Заберем у вас все светлое по праву. После этого я дам команду каждому вытащить все, что он оставил в биополе Ральфа. После этого я провожу проверку 2 миллионами герц. Те, кто пройдут проверку, уйдут первый раз безнаказанно. Кто попробует меня обмануть, тот сгорит 2 миллионами герц в клетке. К сожалению, такое уже бывало. Всем понятно? Да, понятно. Хорошо, переходим к реверсу энергии. И... Я даю команду тонкой копии Ральфа спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную и патогенную низковибрационную энергию в его биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы, сущности каждый подходит к своему каналу. И я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Ральфу. Энергию страха, энергию неуверенности, энергии всех болезней, все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Хорошо, я спрашиваю демона. Демон, ты год сидишь, да. На какую эмоцию ты зашел? Паника. Год назад у него была паника, да? Страх. Страх. И на этот страх, это твоя чистота, я понимаю, да? Неопределенность будущего. Неопределенность будущего, и она и Ральфа поглотила. И ты смог этими энергиями питаться, этим страхом, этим депрессняком, да? Сперва в доме был, потом зашел к нему. Понятно. Значит, ты зашел в один из этих 5 порталов ты зашел. Вышел из одного из этих 4 или 5 порталов. Понятно. Хорошо. У меня. Ты мне скажи, демон лярва есть на теле у него? Да, есть. Пах. Пах. Хорошо, я тебе отдам потом эти лярвы. Кто эти лярвы? Вернее, как они выработались? Твоими качелями? Его энергии. Я помогал. Угу. Понятно. Хорошо. Инзиктоид 5 лет назад зашел. Инзиктоид, опиши ситуацию, когда ты зашел. Что тебе понравилось? Инзиктоид меньше, да? Он с кем-то виделся, он зацепил, перешел к нему. У кого-то в гостях был стол, я вижу. Показывает он стол, и он... Я вижу этот стол. Это не в бюро... От кого-то переходит. Это не в бюро случайно было? Не там, где он работает? Он с человека перешел. Он с человека, который год назад принес тебя к нему, правильно? И ты перешел к нему, вот этого человека. Он от человека перешел, он инсектоид. Он показывает стол. Окно сзади стола находится? Не вижу окно. Я вижу это. Вот они как на стульях, и он переходит от него. Понятно, хорошо. Как у нас с реверсом? Закончился. Отлично, устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Ральф забирает чистую светлую божественную энергию. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Ральф себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Усилим потоки в 50 раз. Хорошо, синий дракон, ты сидел 5 лет. Объясни, пожалуйста, ситуацию, когда ты зашел и на что ты зашел? Музыка. А какую он такую музыку слушает, что тебе так интересно? В какой музыке? Вибрация нравится мне эти. Музыка какая-то. Да ты что, а что, тебе обязательно надо подключаться, чтобы музыку слушать? Эмоции эти я забираю. Эмоции забираешь. И где он ее слушает, дома или в машине? Компьютер.
Компьютер. Хорошо, дракон, скажи, за какие боли ты был ответственный? Какой дискомфорт ты доставлял Ральфу? Не доставлял. Не доставлял? Он себя показывает, знаешь, как будто вот этот дракон, он играет на гитаре, и он внутри Ральфа, и он ему как играет вот эту музыку, как делает настроение ему какое-то, и питается этими энергиями. Вот так он себя показывает. А ты уже умеешь играть на гитаре? Он может воссоздавать вот эту музыку. Хорошо. Рок, наверное, да? Или что тебе там понравилось? Какая? Мелодичная какая-нибудь? Что-то ты мне очень напоминаешь дракона-интеллектуала. Рок-н-ролл какой-то он говорит. Рок-н-ролл. Ну, он говорит рок-н-ролл. Рок-н-ролл так и есть, да. Интересно. Ты мне что-то напоминаешь очень этого интеллектуала драконов. Мы такими тоже встречались. Те литературы интересовались, любили книжки. Рок и еще другие. Вот он это имеет в виду, когда так говорит. Но это не классика, это что-то такое. Это 70-80-е года музыки, я знаю. Хорошо. Интересно. Как у нас с реверсом? Все забрали? Закончился. Хорошо, я сейчас обращаюсь... Мне уже все отдали. Все отдали. Я обращаюсь сейчас к демону. Демон, пожалуйста, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил в его биополе и доложи мне, как все снимешь. Демон, где у него лярвы находятся, скажи мне? Пах, он сказал. Пах, да, хорошо. А какая причина этой лярвы, не пойму? Ты воздействовал чем-то? Эмоции. Его эмоции. А что они били именно по паху? Не мог сбрасывать... То есть эмоции опускались до определенной высоты, до определенного уровня. Угу. Дальше не двигались. Вытаскивать. Снял с рук, снял из ног ботинки какие-то. Хорошо, демон, скажи мне, где там лярвы, ты сказал, находятся? Пах. Пах. Вытаскивай. Ничего не оставляй, полностью все. С головы еще снял. Готов. А что там на голове было? Лярвы тоже. Так, инзиктует, я прошу тебя сейчас выйти. Отсосать всю жидкость, вытащить все, что ты оставил, и вернуться в клетку. Приступай. Все забрал он. Там много было? Нет, не было много. Хорошо, благодарю, инзиктоид. Синий дракон, пожалуйста, выходи, вытаскивай все свои платы, все, что установил в биополе, Ральфа, и возвращайся в клетку. Готово. Арахноид, прошу тебя сейчас выйти, вытащить все, что ты оставил в биополе. И вернуться в клетку. Но арахноид с головы снимает паутину. Готово. Хорошо, и у нас джин остался. Джин, давай, выходи, вытаскивай все, что ты оставил, чтобы пройти проверку. А я все вижу. Шептал он ему что-то в ухо. И все? Накидку снимает. Это было в твоих же интересах. Готово. Хорошо, значит так, все сняли. И я даю команду, сейчас начинается рассинхронизация между энергиями Ральфа и энергиями демона, инзиктоида, синего дракона, арахноида и джина на счет 3. Свои энергии и рассинхронизируется с Ральфом. Готово. Отлично, хорошо. И я подхожу к Ральфу, кладу руки на плечи и помогаю ему моей энергией произвести импульс высоковибрационного шокового удара и сжечь все каналы к интерферентам на счет 3. 1, 2, 3, удар. Сжигаются все каналы. Готово. И открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Все остатки каналов улетают в галактическое ядро на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Отлично, хорошо. Так, каналы мы отключили, можем их отпускать. Я обращаюсь ко всем присутствующим, вы больше не приходите в это биополе, потому что мы его будем теперь регулярно проверять. Если вы второй раз попадетесь, вы уже никуда не уйдете. Первый раз я только мило еще общаюсь. На второй раз я вас считаю за рецидивистов и наказываю очень сильно. Поэтому рекомендую очень настойчиво найти себе новое место обитания. Это всем понятно? Понятно. Хорошо. И демон готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяясь в огненную пентаграмму. Готов. Инзиктоид готов уходить? Готов.
Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инзиктоида. Инзиктоид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, синий дракон. Я хочу получить у тебя слово синего дракона, что ты больше никогда в это биополе не придешь. Даю слово синего дракона. Благодарю. И открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. 1, 2, 3. И он уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо, Арахноид, ты все понял. Все твои уже ушли, так что я тебя к ним отправляю. Понятно? Понятно. Открывается наверху против часовой стрелки портал на частоте Арахноида. 1, 2, 3. И Арахноид уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес, и забывает дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, Джин, ты у нас остался 6 лет. Ты, конечно, сильно ему досаждал вот этим страхом с утра, что человек проснется и потеряет все. Этим ты ему больше всех из всех интерферентов досаждал. Тебе это, в принципе, понятно, да? Понятно. Джин, расскажи о себе. Где ты жил? Какие у тебя самые яркие воспоминания? Расскажи о каком-нибудь периоде своей жизни. Не хочет. Он говорит, что последние 6 лет он жил здесь. Хорошо. А ты знаешь, я могу считать. Поставить сейчас экран и считать себя. Ты здесь заложник. Ты обязан отвечать на мои вопросы. Если ты не хочешь отвечать, без проблем. Я сейчас достану этот сосуд, в котором ты сидишь. Упакую тебя туда и отправлю в Марианскую впадину на дно океана. И как ты думаешь, как долго ты там будешь находиться? В Турции жил. Какие года? В сосуде. В сосуде. Как тебя нашли? Турки привезли в Германию. Турки привезли тебя в сосуде в Германию, не зная даже то, что ты там сидишь? Да. Как долго ты в Германии находишься? Сложные вопросы задаешь. Хорошо, скажи мне, этот сосуд у Ральфа находится еще? Нет. А где он сейчас? И почему тогда остался, если сосуда там нет? В другом сосуде сейчас. В другом сосуде. А Ральф видел вообще этот сосуд, в котором турки привезли тебя? Нет. То есть, они тебя привезли, и как ты тогда к нему подселился? Меня этот момент интересует. Момент вашей встречи. Ты прыгаешь с вопроса на вопрос. Правильно, я тебя проверяю. Я тебя проверяю. Я тебя проверяю. Ты будешь отвечать. Впусти меня. Открывается перед его клеткой портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Я показываю ему галактическое ядро. Ты туда хочешь уйти сейчас? Джин. Он обиделся на тебя. Закрывая портал. Ты на меня обиделся. Я тебе сейчас все твои золотые монеты вытащу. Я сейчас сниму у тебя все твои магические причиндалы. Сниму все твои кольца, серьги и все сожгу. Ты этого хочешь? Он хочет, чтобы ты отпустил его. Меня не интересует, что ты хочешь. Я тебе сказал, что ты будешь делать. Ты будешь отвечать на мои вопросы. Если я не получу ответа на свои вопросы, ты для меня никакой ценности не представляешь. Ты паразит низковибрационный. Для меня больше никто. Я видел похлеще джинов, чем ты, 8000 уровня. И они намного рот закроют. Я тебе, когда задаю вопросы, вот тогда ты будешь отвечать. Вот сейчас я уже злой на тебя. Уменьшает джинов 2 раза. Да, будет так, а так и есть. Паразит, ты посмотри. Да, он говорит, что тебе нужно от меня. Все выполнил, как ты хотел. Ты не ответил на мои вопросы, как ты зашел в тело Ральфа. Я не понимаю, как ты мог из этого сосуда турецкого зайти в его биополе. Я это хочу понять. Если ты мне сейчас это не объяснишь, все, заканчивается наш разговор полностью. Я тебя утилизирую. Говорит, что ты прыгаешь по времени, спрашиваешь, где я жил, я тебе рассказываю. Ты рассказал, как тебя привезли турки в Германию. Меня интересует, как ты из этого от турков перешел к Ральфу. Это давно было. Когда это было? Ральф? Ты что, тупой или что? Я тебя спрашиваю за Ральфа. Как ты в него попал?
Это еще надо выяснить, кто здесь тупой. Спрашиваешь мою прошлую жизнь, при чем здесь Ральф? Я тебе сказала, что с Ральфом я 6 лет. Как ты вошел в него? С каким-то подарком. Какой подарок? Он не показывает. Показывает, что ему подарили что-то. Он был внутри. Так, если ты не покажешь, что Ральфу подарили, я начинаю на тебя воздействовать. И ты об этом пожалеешь, поверь мне. Последняя попытка. Коробка какая-то. Что было в коробке? Часы. Ты в этих часах находился? В коробке. Почему ты такой некооперативный? Я не понимаю. Ты что, не понимаешь серьезности ситуации, куда ты попал? Все понимает, он потому ушел. Хорошо, открываю, возвращаем его первозданные размеры. 1, 2, 3. Все, Джин. Мог бы себе это все сэкономить, если бы ты был кооперативным и отвечал на мои вопросы. Все, ты понимаешь, в это тело приходить для тебя опасно для жизни, реально опасно. Если я тебя второй раз обнаружу, я тебя сожгу. Все понятно? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина 1, 2, 3. И я скидываю Джина туда вниз, уходит, закрывая печать и растворяясь в огненную пентаграмму. Паразит. Готово. Хорошо, так, все. Они прошли все. Давай, каналы мы отключили.